Всем привет! Сегодня я играю в Euro Truck Simulator и исследую новое расширение Heavy Cargo, тяжелые грузы, ощущают прям огромные и тяжелые трактора и прочие работы. Заодно начну эту игру проходить заново со Швеции. Со Стокгольма. Тоже начал заново по одной простой причине, потому что предыдущие сохранения почему-то не работают снова, да, с обновлением. Уж не знаю по какой причине. Сейчас что-то будет доставить. Я играю на руле. Logitech с H-шифтером. Кнопки не настроены. Не знаю, чем завести мотор. Заведем газом. Трансляцию здесь. Так, ну погнали. Твисты. Блин, сложно выезд. Размышлял на тему, чем занять себя во время поездки, и решил, думаю, что надо посмотреть новую серию американских богов. Чем еще заниматься водителю, дальнобойщику во время долгой поездки? Да, что ли, надо? Ну-ка, давай посмотрим. Ну, чё? Сами запаркуем. Деловцы. Тут проблема запарковать. Совсем придумал узкий въезд. Прицеп пришел. Где-то хоть развернуться-то можно. Что-то, мне кажется, не пролезем. Ну-ка. Не пролезаем. Nah.
врезался по ходу дела. Да, проблема здесь будет. Аккуратненько. Мы рулим обратно. Так. О, понял, гараж. Скамеечка. Так, давай посмотрим самые большие, так, по весу груза. 20-тонные. А чё так слабенько? Ну ладно, давай цена расстояние. Ну вот это поведем. Амортизатор, наверное, на завод Volvo. Что интересно, сейчас поедем, как я понимаю, на скамеечке, да? А нет, на дафе. Тоже норм. Так, где тут выставился? Туда, да? Пропустил.
Долбись, Афро. Ой, как новичок. Музычки не хватает на заднем фоне. О, раз музычки нету, как раз включим киношечку. И покатили. Сколько там? 200 километров за 3 часа. Что там, ограничение 90? Нормально. Что там, ограничение было 90, чем показывает, что превышаем. 75. Вот горочку надо подразогнаться. Ну, парни, пишите, смотрели ли вы американские боги? Ой-ой-ой. Камеру где-то пропустил. Ну, 5,90. Красиво здесь в Швеции. Как прямо в настоящей Швеции. Сюр, сюр, это, конечно, просто сюр. Американские боги. Нереальный сюр. Кстати, Стражи Галактики. Тоже сюр какой-то. Там реально курили ребята, когда писали сценарий к этому фильму. Эти выходные ходил смотреть его. Просто что-то с чем-то, особенно прыжки межгалактические. Это надо видеть. Это просто надо видеть. Рассвет еще не настал. Наслаждались остатком жизни. Давай сыграем снова. Так, ну-ка, надо зайти в настройки. И назначить клавиши круиз-контроля. Мне нужны.
Дворники нужны. Давай в правый ряд. Швец ограничение какое-то 80 прям. Озерцо прикольное.
осталось немного, но и времени нет совсем. Что-то как-то время быстро кончилось. Сюда, видимо. Это куда там? Ох, прекрасно. Давай попробуем. Так, куда там ехать? Опять налево.
Заехали в порт. Штраф нарвался.
щепка не запрещена. Твои что дивизия? Что ж ты делаешь? Хоть бы знаки поставили, предупреждающая камера. Потому что не совсем 30 километров, ребятушки. У меня все-таки цель стоит добраться быстро, доставить груз быстро.
тобой. Ну вот опять времени не хватает. Типа в город ехал, надо по идее скорость сбросить. Не, надо зеленый спить. О, они здесь поворачивают. Ну, отлично. До грузовика далеко. Где большие грузы? Так, что мы там ведем? Интересная фигня. Хватит.
прикольно с платформы поворачивать колеса прям с платформы. Красивый восход, наверное, или закат. Ну, сколько времени у нас? 4:47 восход.
красота. Ой, японский бог. Плохо идти на обгон. Не убедившись в маневре. Ай-ой-ой, блин. Застрял. Вспомнишь, когда подумаешь об этом вечере. Вспомнишь.
плохо. Так, что там, опасные грузы. Ну, погнали. Да уж, по-моему, скучная работа. Едешь, едешь, едешь. Наш штраф рвался. Опять нифига не поставили знак предупреждающей камере.
Я его пропустил. Все черепаха погнали. Оу, полиция. Интересно, если обогнать полицию. Вообще странно, что не сделали мне. Я и так двигался с превышением. С большим. А они мне слова не сказали. Какая-то либеральная полиция. Вот, вообще заметил. Нет встроенного навигатора, который ножки старые, что ли. Старая колымага. Даже навигатора нет. Чё, вообще нет? Ой. Удивительное чудо. Зато интерьерчик хорош. Симпатично так. Так, честно. Право надо. Море, что ли? Балтик. Или просто озеро? Непонятно. Да, вроде вглубь озера ехал. Ой, это в Швеции ехал. Наверное, озеро какое место ворота. Нам осталось 88 километров и 1 час 24 минуты. Куда ты на своем Вольво выскочил? Швед, пенсионер, блин. Потом покупали прав. Музончик надо включить. Какой-нибудь. Посмотрим клипец. Там что-то вроде Баста со своей Сансары. Прям очень хороший. Так, так, сейчас череда поворотов. Включить аккаунт. Теперь чем поиск. Ой-ой-ой. Так, просто. О, Сансара.
Ой-ой-ой-ой-ой, господи, как вредно отвлекаться-то. Турецкая реклама. Дождик пошел. Мерзко. Что-то как-то щетки. Ой, хорошо чистит. Фиговенько, я бы сказал, чистить. Ой, автобус, слышь, мне надо направо. Скорость ехали, надо скорость сбавить. Я не понял, а где клип-то? Я клип хотел посмотреть. Ой-ей. Ну. Конечно, сам запакую, что я бог, что ли? Thank you.
так надо срочно отвезти, да. О, ничего себе, целый локомотив. Класс. Это можно еще посмотреть по-другому? Прикольно. Где там выезд? Угу. Опять дождь. Бесконечный дождь. Внимание. Нормально такой песенка, клипец у Басты. Хрен знает, что еще сказать. Главное не спать за рулем. Я подключил чат, теперь я вижу чат. Если кто-то что-то хочет сказать, welcome. Что-то вареньки можно включать уже. Свет тоже можно включать. Не знаю, чем еще. О чем еще тут можно поговорить? На часах 11:27 по игровому времени. А у нас-то уже полночь. И спать хочется. То есть пора на стоянку. Тихо. Груз большой, тяжелый. Надо как-то поаккуратнее ехать, видимо. Черт, еле-еле прус. Ой.
теперь на полгода разгоняйся. Изверги. Чё ты туда? Какие-то подсолнухи. Проблесковые там горят, не горят. Ну вот чё, чё ты такой, ё-моё, блин, авария. О, господи. Так, чё-то передо мной тут. Тоже придурки придумали тормозить перед машиной с прицепом весом в 55 тонн. Психи. Включил он проблесковый там или чё? Включил, не включил. О. Кто там еще попался мне под колеса? Ой, я красавчик, господи. Да уж, в этот раз доставка у меня будет самая ужасная. Ну-ка, что там мне говорят? По состоянию повреждений. Ущерб 2-1. Ну ладно, хоть 2-1. Не так уж и много. Блять, что такое? Кстати, скамеечка. А вот тоже. А, нет, навигатор есть, все нормально. Так, что там? Моргает. Что там всем мешаю? Разгоняемся. И виды что-то, кстати, стали так себе. Вообще сложный участок. О, здесь обгон запрещен. А пофиг. Ух ты, сразу тут же штраф выпили. Да и хрен с ним. Зато не надо тащиться еле-еле за всей этой мишурой. Еле ползущей. Ой, мне, кстати, скоро сворачивать. Ну, нормально. Ой, блин. Черт, я жму. Во как. Да что мне там еще 400 баксов с нарушением скоростного?
Ой-ё-май. Чуть не случилась беда. Конечно, сам забаркую, господи. Я тороплюсь. Не то слово, я тороплюсь. Вот, господи. Что? Что я задел? Блин. Все без толку. Блин, сейчас заезжай туда сюда. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Переборщил со скоростью.
Чё, ты меня столько зацепился, что ли? Короче. Никакая музыка не играет. Здесь, видимо, есть что ли, что? Где-то старый скамейка.
CERN. Муть какая-то. Круиз и на отдых. Да уж, такая игра иногда позволяет немного расслабиться, отдохнуть от айрейсинга. Но все-таки в жанре типа за рулем забавно получается. Музычку бы надо кидать. А ты едешь себе, едешь, и ничего не происходит, скукота смертная. Потом будет поинтереснее, деньжат подзаработаю. А, салончики автомобильные пооткрываю. Грузовые, точнее. Грузовые автосалоны. Это моды есть какие-то на КамАЗы. Нужно будет КамАЗик прикупить. Или еще что-нибудь. Посмотрим. Пока с моими 19 тысячами. В общем, в автосалоне делать нечего. Даже на базовый КамАЗ не хватит. Вот за 3 копейки. Чем хороша не своя машина, тебе не нужно думать о бензине, со сне тоже не нужно думать, ты уже выспавшийся. В общем, все прекрасно. Всякий там износ резины. Короче, запчастей тебя не интересует. С одной стороны. С другой стороны, заработок, конечно, значительно меньше. Просто в разы. Там, где на своей машине ты можешь заработать, там 10-15 тысяч. Тут 3, максимум 5. Мы это видим, опять же, пока бонусов там не открыл. Открою бонусы. Заработок будет больше.
Я вот сейчас ехал и думал, блин, а как музыку-то здесь включить? И, собственно говоря, я осознаю, что я не знаю. Пойдем посмотрим в настройках. Что на настройке пишет? Так, музыка. Интернет-радио? Понятно. Добавьте все файл, лайвстрим, насылай ваши любимые онлайн-радиостанции и слушайте их в игре. Прикольно. Папки документы, Евротрак симулятор. Короче, с музыкой пока облом. Поэтому поехали дальше. Чё там у нас? Чё-то я не вижу, где настройки круиз-контроля. Совсем скоро приедем. Пора ложить связь. Пропустил поворот.
О, это машина была, что ли? Ой, ужас какой. Ну, конечно, сам запаркую машину. Ну ладно, сегодня хватит. Или не успокоимся. Все, ничего интересного не помогает. Короткая. Опасный груз, груз, короткое расстояние. Ой, очень много летит. Очень много летит. Тогда все, на сегодня хватит. Ладно, всем спасибо. До следующих встреч.